Казпочта планирует открыть филиалы в самых отдаленных районах Казахстана, чтобы сельчане имели доступ к почтовым, финансовым, социальным и государственным услугам. Об этом президенту рассказала председатель правления Казпочты Асель Жанасова. Она также сообщила об открытии пунктов выдачи заказов популярных отечественных и зарубежных маркетплейсов. В планах также строительство логистических хабов в Актобе, в Туркестанской и Алматинской областях. Один из них откроют уже на этой неделе в столице. Подводя итоги работы, отмечено, что компания впервые за 5 лет перестала быть убыточной и получила чистую прибыль. За 8 месяцев доходы выросли на 44% или на 16,7 миллиардов тенге в денежном эквиваленте. Казпочта сегодня открыла первый бондовый склад на B2B2C торговлю в рамках экспериментального проекта ЕАЭС. Для равного доступа к госуслугам в сельских населенных пунктах мы открыли 200 пунктов по предоставлению государственных услуг. Глава государства поручил дальше продолжать работу по финансовой устойчивости компании и также поручил расширить спектр государственных и социальных услуг в сельских населенных пунктах.